Кола, возможно. Открывайте, это падает ракета Эльдорадо. Упс. Короче, открывайте, это проверка на нелегал. Если вы не откроете, нам придется применить сил. Откройте дверь раз. Да, и все такая чепушня, открывайте, давай. Откройте дверь три. Все. Здравствуйте, господа, давайте уйдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, оружие уберите. Че? Ой, блядь! Мы сейчас колеем. Плюс, минус, разряд. Спасибо, я тебе век не забуду. Спасибо. Мрази, ублюдок. Где участковый? Участковый ордер берем. Участковый ордер берем быстрее. Ордер, давай, подлечи. Ордер, берите, чё встали, блин. Ну. Всё. Давайте забирайте уже. Участковый, возьми ордер, а. Бомжи, уходи, их ему умер. Хотите отсюда уйти? Не хотите отсюда уйти, я вам так скажу. Я тебе по нон-РП говорю, вы только что здесь умерли. Я вам советую отсюда уйти. Отошел отсюда. Так, лицом к стене встал. Гражданин, лицом к стене встаньте, пожалуйста. Куда ты пошел, алло? Блядь, я тебе лицом к стене говорю, встать, выходи отсюда. Ну встал я к стене. Выходи из дома. Выходи из дома, я тебе говорю. Выходи из дома и лицом к стене. Я видел, что ты меня начал стрелять. Это мой дом. Проверь по базе. А, вы из этого дома? Да. У меня нет с тобой оружия. Я не знаю, в этом доме нелегал. В этом доме нелегал, по нам оттуда стреляют. Если вы из этого дома, то мы будем вынуждены вас арестовать. Так по какой причине? Я же по вам не стрелял. По такой причине. Уходите тогда отсюда. Подождите, 2 минуты комендантского часа прошло, вы не дома, да. Так что наручники на него возьмите, пожалуйста. Вытащить труп ОМОНа надо! Отойти всем, отойти! Работает скорость!
после. А что тут происходит? А, нелегал, понял. Да, нелегал. Тараном может побежать к ним? Да, попробуй. Все, отходи, отходи, все, отходи. Сейчас полечу. Что на месте? Лечи его. Сейчас сзади по нам стрелять. Да. Раскидали. Капец. Как так? Мы не смогли зарейдить этот дом. Жесть. Не, я точно это выложу. У меня, блин, жалоба. Очень долго идет. Где-то 40. Тихо. Вот. Открой. Участковый есть, участковый есть, пошли, пошли, погнали, погнали, возрождаю. Так, гражданин, оружие уберите. Гражданин, вам не кажется, у нас слишком много? Нормально. Говер, ты больной? Ты видишь, сколько нас здесь? Ты сразу после смерти оружие достаешь. Почему? Встал лицом к стене. Положили. Почему? Встал лицом к стене. Почему? Раз. Нету. Встал лицом к стене. Два. Встал так лицом к стене. Вы арестованы за неподчинение полиции. Я свой, алё, я ОМОН медик. Я случайно одел маску, перестрел. Он свой, свой. Чё, продолжаем, нет? Нет, это уже НЛ. Можем, можем, участковый есть, пошли. Давай, вон сзади, сзади еще. Я убил. О,
Чё там у нас такое? Спасибо. Вообще я продам два тенка. Сейчас. Что плоховато работает сейчас админы. Но их маловато это время. Так. Короче, я могу не ждать, когда нужно жалобу принять. Я вообще решил это видео, это выложить видео из-за того, что сколько по времени идет жалоба. И из-за того, что я только из-за этого решил не выложить это видео. Если бы это вышло, я бы не выложил. Проще. Ага, подходит, отдай раздатчик про них. Подождем сейчас. Перестрелка, с чем проблем? Там оружие, ну и что? Какие знакомые тут люди, как я вижу. А, я только недавно зашел, так что я не могу найти. А, так сколько у него? 43 минуты. А когда он тебя заджалил? А, заджал он меня где-то полчаса, может... Нет, не полчаса, где-то 40 минут назад. Собака. Да. Можешь найти? Я пока. Можешь найти, я тоже пока поищу. Так, а что тут найти? Тут для моей собаки хотят. Для моей собаки хотят. Да подожди, пошли мы. А я сам. Я сейчас упал, поднимаюсь, попробую. Да, зачем? Да я упал, скажи. Да щит сам поднимай, зачем? Ты где находишься, труп? А, вот я тебя вижу. Да я уже почти поднялся. Всё, сейчас. Труба, иди. Бобик, давай ко мне. Нашёл? Просто стоял, смотрел. Сейчас, сейчас, сейчас. Собаку бьют. Иди! 43 минуты я видел. Ну, 45-43. Посмотри еще вниз, еще посмотри вниз, пролистай, посмотри.
Собака, ты заплатилась? А, окей. А я думал, собака заплатилась. Сейчас посмотрим, не просто. Я знаю, что вот администратор донатно есть. Вот он. Граждане, внимание! Глава города объявил комендантский час. Просьба всем разойтись по домам и ждать дальнейших указаний. Я еще потом спрошу, конечно, как посмотреть, кто кого заджалил вышки. Окей, если что, потом может к тебе вернусь еще. Я пока сам посмотрю. Так, сейчас попробуем, может, найти. Это. Меня к мэру принеси. К мэру? Да. Зачем тебе к мэру? А он написал в команде, в командном чате. Скажи то, что. Скажи то, что нажал. Я не знаю. Видит или нет. Ну, окей. Сейчас я ему сам сейчас лично подойду и скажу тебе. Спасибо. Мэр, один из участковых не может быть на вашем собрании, потому что он находится на жалобе. А, ну все. Я ему сказал? Так, сейчас попробуем, может, на самом флейме найти серверы. Ну, сайт, точнее. Может, что есть? А, пользователь бан, листы, топ, листы, не то, не то. Я столько демо перезаписал, пока ждал, когда примут жалобу. Я просто-напросто устал. Сейчас. Быстрее, там обстрел. Сейчас. Да, что-то тут жестко сейчас идет. Потому что два только наборных и то. Я вот хочу пойти в админ. А, уже три. А то я не справляюсь с админ. Уже три администратора, уже лучше. Кастрюля забагалась и так далее. Пишет, короче. Всякую дичь. Так, сейчас. Давай демку покажешь насчет фирурп, потом...